Здравствуйте, я ваш представитель службы поддержки TrueCare. Сегодня я собираюсь продемонстрировать, как можно зарегистрировать начало и конец вашего рабочего дня с помощью приложения HHA Exchange. Вы можете бесплатно скачать приложение HHA Exchange в магазине приложения App Store или магазине Google Play. Как помощник по уходу на дому, первое, что вы должны сделать после запуска приложения HHA Exchange, это создать свою учетную запись. Чтобы создать свою учетную запись в HHA Exchange, используйте тот же адрес электронной почты, который вы предоставили TrueCare, и создайте свой пароль. Теперь вы можете создать свой профиль. Чтобы обновить свой профиль, щелкните меню в правом верхнем углу главного экрана и нажмите «Обновить профиль». Убедитесь, что вы ввели всю свою информацию правильно, чтобы она соответствовала информации, которую вы предоставили нашему отделу нормативно-правового соответствия. Вам нужно ввести ваше имя, фамилия, последние 4 цифры вашего номера социального страхования. Выберите свой пол, введите вашу дату рождения и номер телефона. Пожалуйста, дважды проверьте свои записи, чтобы убедиться, что они верны. Затем, когда закончите, нажмите кнопку «Создать». После того, как ваш логин и информация профиля будут настроены, на ваш адрес электронной почты будет отправлен Mobile ID, связанный с вашей учетной записью. Вы также можете найти свой Mobile ID в меню под своим именем. Предоставьте свой Mobile ID нашему отделу нормативно-правового соответствия, чтобы они могли связать ваше расписание с вашей учетной записью. Вам нужно будет выйти и снова войти в свою учетную запись, чтобы обновить ее после привязки вашей учетной записи. После того, как ваша учетная запись привязана, вы теперь можете использовать приложение HHA Exchange для регистрации начала и конца вашего рабочего дня. Для начала войдите в свою учетную запись HHA Exchange, когда придете домой к клиенту. На главном экране выберите «Расписание на сегодня», чтобы посмотреть запланированные посещения. Все ваши посещения будут указаны в разделе «Расписание на сегодня». Выберите клиента, которого вы сейчас посещаете. На странице «Подробно о визите» нажмите зеленую кнопку «Время в КЛ». Затем выберите GPS, чтобы подтвердить свое местоположение и зарегистрировать время. Приложение HHA Exchange использует GPS для подтверждения вашего местоположения по адресу клиента во время регистрации прихода и ухода. Как только подтверждение будет принято, кнопка «Время в КЛ» станет серой, указывая на успешный ввод. Теперь мы рассмотрим, как нужно регистрировать конец рабочего дня с помощью приложения HHA Exchange. Чтобы зарегистрировать конец рабочего дня, вы должны выполнить аналогичные шаги. Вход в свой аккаунт. На главном экране выберите «Расписание на сегодня». Выберите клиента, которого вы посещаете. На этот раз вы нажмете зеленую кнопку «Время в КЛ». Выберите GPS. После выбора GPS приложение попросит вас ввести все задачи, которые вы выполняли во время вашего визита в соответствии с планом обслуживания. Примечание. Вы должны ввести как минимум 2 задачи личной гигиены и 4 дополнительных задачи, чтобы было не менее 6 задач. Затем нажмите кнопку «Сохранить». После того, как задачи будут приняты, кнопка «Время выкл» станет серой, что указывает на успешный ввод. Теперь вы знаете, как использовать приложение HHA Exchange, чтобы регистрировать начало и конец вашего рабочего дня и получить оплату вовремя. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к своему координатору. Спасибо!